Почти весь март 24 года Мультур выходил из Японии. Мы ездили снимать материалы о выставках и всевозможных местах, связанных с аниме и мангой. Вели прямые стримы и готовили видеодневники экспедиции. Катались и ходили для вас по Токио, Киото, Осаке, Йокогаме, Сидзуоке, заглянули в музей и тематический парк Гибли, на отраслевую выставку Anime Japan и на концерт в Nippon Budokan, прошлись по Анимейту, музею Кадукавы, залезли в школу и космический центр в Цукубе, проверили подвал из Боччи The Rock в Симакитадзаве, осмотрели Дэн-Дэн Таун, Накана Бродвей и проводили в небытие гигантского Гандама. По итогам поездки на канале Мультура выходят дневники, они собраны в отдельный плейлист, там уже под два десятка выпусков, каждый продолжительностью от 15 до 40 минут. Основательное погружение в мир японской массовой культуры и повседневности. И то ли еще будет, отснятый материал будем упаковывать и делиться им где-то до конца текущего года. А в следующем году хотим развить опыт и еще глубже проникнуть в этот удивительный мир. Сбор на экспедицию в Японию 2025 у нас открыт в сервисе Boosty. Будем рады, если сможете помочь. Ссылка есть в описании к этому видео. Или можно воспользоваться этим QR-кодом с японским флажком в центре. Мы с Алексом очень благодарны за любой, даже минимальный донат. Не успеем собрать потребную сумму к 2025 году, отложим поездку на 2026. Но так или иначе новая экспедиция состоится. А если вдруг вы арабский шейх или скучающий олигарх, то смело закидывайте всю сумму, объявим вас титульным спонсором.